Наиль Сайфутдинов прислал нам свой фильм. Этот фильм о таком караване верблюдов из Арбитона, который сделан в Узбекистане. Ну, вы уже видели фильм, как он делался, делались эти верблюда, а здесь уже показывается, вот произошла покраска песка, и вот смотрите, как это все выглядит. Ну, видать, здесь рядом или ресторан, или автостоянка, и вот на такую автостоянку пришли верблюды, ну, чтобы постоять, пока их караванчики сходят в ресторан. Ну, и вот покраска была. Уже идет, видать, законченная работа, вот так она выглядит. Смотрите, насколько оригинально смотрится вот этот караван. То есть автострада, все гармонично, а рядом находится очень интересный ресторан или гостиница, или придорожное кафе. Ну вот, как я себе представляю, примерно это, ну, заведение. Ну вот, видно здесь вот и песок, и еще и трещины. Это вот еще не покрашенный такой песочек. Ну, трещины, потому что очень большая площадь, и идет, расширяется раствор, это нормально, и по-другому не может быть. То есть идет температурный, как бы, своего рода шов, он сам нашел, где он должен лопнуть. Ну, вот такой вот короткий фильм о таком интересном объекте. А это вот Саид, скульптор, который делал, Саид Джон, который делал вот эти работы. У него много интересных работ, вы видели. Его там и коней много, и просто скульптур на разные, по разной тематике. То есть вот такая вот интересная работа из, будем говорить, из Средней Азии, из Узбекистана.